И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Енот и Китмакс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, вы поставили очень много лайков, и мы записываем прятки на пиццерии FNAF. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Так, ну что, Дима, ты будешь первый нас искать, а мы будем прятаться и убегать. Ты, Дима, на улице? Конечно. Хорошо. По парковке бегаю. Ну все, я запрятался, Димон. Я все? Готов, чтобы ты меня мочил. Да, давай, ну удивляй все. Нас. Ну что, ребята, Димон Покемон щупальчник какой-то. Я не знаю, Димон, как он называется, это аниматроник? Я забыл уже. Это из третьего пилпака. А, марионетка щупальчница. Риппер Пупет. Давай, ищи нас. Я не придумал. Так, Димон пошел. Димон, тебя воняет как-то неприятно. Так ты стул, как ты меня понюхал? А, ну я чувствую запах. С помощью стула, да? Так, Димон ищет, здесь пошел. Димон, уходи отсюда, здесь тебе делать нечего. Здесь пусто. Понял, ладно. Уходи, все, правильно, уходи. А, кто это у нас тут? Говнюк какой-то, говнюк. Мочи. Нет, не мочи. Так, куда он побежал? Направо. Направо, да? И надо в первого лица играть, я не знаю, где вы тут. Нормально все. Так, мониторы поклацаны. Ты собачек, он налево побежал. Нет, я правду тебе обманул. Правду. Так, он здесь играть не может. Ты не можешь туда пролезть, у тебя щупальцы жирные. Давайте возьмем того, кто может. Ого, а он что, может, что ли? Да. Нифига себе, ты пошел просто так к себе, как домой? А вот и вышел. Так это и так мой дом, Димас, моя пиццерия. Понял. Так, шкатулку облазь. Нема никого в шкатулке. Сейчас проверим только это. Опа. Может крышку удалить? А, ты уже удалил. Не, никого. Никого. Так, отойди-ка, стульчик. Отхожу-ка. Тульчак. Летающий стул волшебный. Вот здесь кто-то играет в игре. А вот тут по-любому никого нет, Димон. Да, вот тебе и пиццерия. Фиг найдешь кого. Все запрятались жестко. Пацаны, молодцы. Найду вас. Димон, за тебя бегает челик, ты даже не видишь. В смысле? Ну вот так вот. Это вообще-то ведро ползает за мной. Ладно, я пошутил, никто не бегал. Да я знаю. Так. А! Да лабу! А как ты меня увидел? А вот так вот. Да ладно, честно, я не ожидал, что ты меня первого найдешь. Я немножко офигел. Ну вот, значит, судьба тебе, Димас, искать. Ну сейчас, я буду мстить за себя. Так, делаем от первого лица тоже. А, чё ты? А кто там, Димон? Так ладно, давай-ка мы другого возьмем. Нашел кого-то? Наблюдаю. Не могу енотика убить. А где он? А он тут в комнатке убегает. Надо какого-то аниматроника такого взять, который убивает хорошо. Сейчас я тебе, Дима, помогу. У меня есть убийца-аниматроник, который может любого замочить. Все, я убил. Остался, Димас, Кэтмакс. О, Кэтмакс. Я знаю, как тебя убить. Знаешь как? Ну как? Найти. Ну, найти. И убить. А какого у него скин у этого челепиздрика? А он такой маленький робот, собачка. А, собачий патруль, понял. Ходите, я на вас смотрю. Ах ты жопа. Димон, знаешь, где он? Где он? У нас видит. Я тебя сейчас, Димас. Подходишь. Ты меня не видишь? Ты меня видишь? Да, вижу. Вон, ты ближе подошел. Нет, подходишь. Так, все. Где эта жопа? Сейчас мы тебя найдем, Димас, говори. Да как его говори, я не вижу. Он камеру поставил невидимую. Убил? Я вовремя увернулся просто. Где он, просто Димон? Так ты чё, а чё ты так ножом берешь? Так нечестно. Ты был невидимый. Нет, я стоял... Убил! Фу, я уже думал... Ну ладно, Димон, давай теперь я буду искать, раз ты меня первого нашел. Я буду мстить. Так, надо какой-то маленький скин взять, чтобы ты меня не нашел. Я сейчас тебя, Димон, первого найду, я знаю, как тебя найти. Смешно, да? Свай, смейся. Да, мне смешно. Я буду Балди злой. Ой, я такой злой Балди, да? Наполовину.
Еще и наполовину даже. Ну, не полностью. О, кактус, здорово. Я даже видел, откуда ты прилетел, сейчас я тебя найду. Я просто так, для прикола, поищу сначала пацанов. Так, никого. Хочешь сейчас здесь, да, пацаны запрятались? Щик. Неплохая донычка, я бы все тоже спрятался. Я что-то не подумал тут запрятаться. В трансформаторной будке. Кстати, я даже не чекал, Димас, если бы туда спрятался, я бы тебя не нашел бы. Ребята, ставьте лайк, если хотите, чтобы следующая серия вышла «Аниматроники пугают охранника». Можете написать в комментариях, какая часть карты. И мы с Диманом что сделаем? Запишем. Унитаз, здорово. Так, унитаз, кактус. Вижу. Кого? Не вижу. Никого, да, не видишь? Вот там кого-то вижу. Кого? Сейчас. Да нет. Там никого нет, Дима. Да не вижу, обманул. Вот тут кого-то вижу. Тоже не вижу. Да где вы, унитазники, запрятались? Смешно, давай, смейся. Сейчас я тебя найду первого, будешь ты... Ах ты, собачачкина! На! А, это я думал, ты Димон, ну ладно. Это кого ты убил? Вот тут ты, Димон. А знаешь, где ты прячешься? Вентиляция, я знаю. Во, здорово, Соболокушкин. Димас, это не я. Кэт Макс, тебя убили. Да убри! Только ты не ищи меня, понял? Ты же знаешь, где я прячусь. Ты не, а ты как не тогда убьешься? Ну ты просто ждешь, пока не двоём. А, у тебя жизни мало, все, я тебя убил, чувак. Все. Димон, вот, ищу Димас, тебя. Идет, ищите меня, потому так. Что Кэт Макс знает, где нахожусь. Кэт Макс, не ищи Димона, давай я сам буду искать для прикола. Я показываю да. Поспектейтить. Можешь просто поспектейтить, да. Димон, ну вот тут ты сидишь, в кабитке. Нет, нету, в кабитке. Так ты только ее проверял. Не, а вдруг ты ты бываешь как такой хитрый жук, переплячиваешься. Вот здесь ты. А я иду Димона убивать, потому что он сидит на автоматах. А не сидит. Да ладно. Да как тебе тут нет? Ты должен тут быть. Нету. Хорошо. Вот здесь ты. Да, вот здесь. Да, вот здесь, вот здесь. Мне на картофанах тебя искать. Да, вот так, тут я вот под столом, видишь меня. Так. Как-то табличка летает ржавая. Ищу. Вот тут, Димон, ты, вот тут. Вот тут, да, Димас. Определенно здесь. Угу, конечно. Так, вот тут ты за радиом сидишь. Да, за радио. Ах ты, вонючка, вот здесь ты сидишь. Вот здесь. Вот здесь, Димас. Вот здесь. Вот тут ты за табличкой. Вот здесь сижу. А че вы удалили тут все? Я ничего не удалял. Да есть там кто-то, мне кажется. Кто? Да нет, у меня просто паранойя уже. Димас, у тебя везде уже паранойя. Нет, не везде, я просто хочу тебя найти. А ты где-то здесь прячешься. Ах, ты за бочкой сидишь. За бочкой, да, Димас, правильно. Не за бочкой. А где бочка, кстати? А где бочку ты увидел? А, не, нету. Блин, хорошо. Вот тут ты на лампочке сидишь. А что, ты невидимый, Димас? Ты хоть видимым станет, а то тебя не вижу. Да ладно, как? А вот так видишь? Где? А, да, вижу. Вот ты. Вот тут ты. Да, вот здесь, Димас. Правильно. Да блин, вонючий. Так. Думал. Не дурачок. Хорошо, Диман. Вот здесь ты. Вот здесь. В раковину, да, это? В туалете. В туалете, да, в туалете. Под туалетом. Дима, вот под туалетом. Вот тут тоже, да, я нахожусь. В сальнике. Ага. Нет, в сальнике. Фокси нету. Сейчас. Дима, вот тут ты уже по третьему кругу заходишь. Хорошо, тебе. Ладно, надо по второму где-то день. Дима, видишь, что я за кактус играю? Я даже еще не убирал кактус, чтобы перемещаться. Понял. Поэтому я еще ни разу Димас не переместился. Сейчас. Надо вот здесь хорошо поискать тебя. О, Димас. Вот здесь ты, Димон. Вот здесь, да? Ну давай, поищи меня. Ищи. Вот тут ты на автоматах сидишь. Ты вас не убьешь меня никогда? Да ты крыса! Ха-ха! Я не могу тебя бить! Да иди сюда! Да блин, ребята, не могу я поймать! Ловите меня теперь! Погоня теперь! Я от вас буду убегать, я не буду прятаться, давайте. А где ты? Сейчас. А где я?
Димон, я стал невидимым. Как ты думал, я буду тебя вот так просто бегать? Ты меня обманул, и я тебя обманул. И, друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и всем пока.